Южному Кавказу нужен мир, проживающим там народам нужен мир, написал в Facebook военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Армения должна отказаться навсегда от территориальных претензий к Азербайджану и строить свою страну и общество в пределах международно признанных границ своей страны. Развивать экономику, улучшать жизнь армянских граждан, строить нормальное государство, а не мечтать о реванше и мифической Великой Армении. Надо же быть реалистами, пишет он. По его мнению, необходим мирный договор между Азербайджаном и Арменией с взаимным признанием территориальной целостности друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже трижды предложил подписать этот документ. Армения пока молчит. Премьер-министр Никол Пашинян. Неужели вы упустите исторический шанс достичь мира, отметил он. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.